flow. Wait for them to ask you who you know. Уважаемые коллеги, класс ДВТГ переводится на дистантант с третьей по... Я вообще читать не умею. Уважаемые коллеги, класс ДВТГ переводится на дистантант по 3 февраля включить. На дистанционные уроки проводится в Teams. Если на школьном компьютере не запускается приложение Teams, то запускаем трансляцию через браузер. О проблемах с приложением прошу сообщить в личном сообщении. Да, походу в нашей школе работают ультра-мега-гении, если они пишут, что класс 9 Г переводится на дистантант. Но вы же знаете, я же тот самый автор БКЛ, который придирается каждому слову. Поэтому да. Сегодня у нас первый день на дистантанте. Посмотрим, как он пройдет. Я очень спать хочу. Время сейчас 8:07. До начала урока еще 30 минут, а я с каким-то хером уже проснулся, причем час назад. Надо бы еще поспать. Вот такой вот у меня тут, кстати, творится зверинец на кровати. Тут огромный медведь, который размером почти с меня. И вот это вот такая. Короче, спим. Да, типа спим. Главное не проспать начало первого урока. Хотя, ладно, не буду спать. Тоже как-нибудь потом во время урока. И, о боже, я пару минут назад зашел и вижу вот это, господи, да что еще за параша такая? Что, блядь, что, мой что ли опять дизайн изменил? Господи, что это за какие-то огромные зеленые галочки? Хотя, кажется, догадываюсь, что этот дизайн, наверное, был сделан под стать старого, который будет в 2020 году. Вот так вот все расположено, но, боже, это такая параша какая-то. Здесь все так сделано дерьмово. Ну, хотя бы вот тут ничего не поменялось. Вот это вообще просто какой-то трэш. Что это вообще за дизайн такой, пипец? Зачем? Кстати, вы же знаете, то, что если нажать в мышь на сообщение, то ты переходишь на старый дизайн. Он, видимо, вообще никогда уже не попадет. Такой вот бирюзовенький дизайн, самый топовый. Вот возвращаешься как будто бы прям назад в 2020, когда вот на дистанционке вот такой вот дизайн был. Так. У нас тут первый урок информатика и уже есть задание. Домашняя работа. И работа написана с большой буквы. О, меня это убивает! Так, на уроке набрать текст Word из прикрепленного файла под... Прямо написано выше горизонтальной линии, концовой выписывай группы на работу, на почту вот эту вот, которую можно включиться только тогда, когда учитель подтвердит, что работа получена и можно отключаться. Тем самым указать фамилию и класс. Камера не хочет фокусироваться, потому что я дерьмовый оператор. Ну, так это вообще, по сути, можно сделать просто перед уроком. Чё тут, в общем-то... томиться. Что нам тут надо, значит? Так. Бля, похуй, короче. Можно как-то... Они все-таки, смотрите... Они что, типа, мегаумные, что ли? Они все-таки сделали это в виде картинки. То есть, ну, не получится просто так скопировать текст и ставить его в Word. Но у меня есть другое решение. Все-таки, конечно, может быть, чуть-чуть учителя у нас и умные, хотя, блин, насчет некоторых я могу сильно поспорить. Но я, блин, неудобно себя одной рукой делать. Но я, короче, еще умнее. Поэтому фоткаем на телефон, пользуемся Google объективом, и можно копировать текст и ставить его в Word. Вот так вот все гениально просто. Вставляю себе заметки в ВК. Все, короче, сейчас буду делать эту парашу драную. Блин, я думал, что все будет намного легче.
Блин, когда бы такой персонал в компьютерах тех ваших. Бля, как мне сделать знак градуса? Кто не знает. Это в моей замечательной клавиатуре, которую я покупал в 2020 за несколько тысяч. Вот как мне сделать значок градуса? Да ладно, насрать, я просто его из интернета скопирую. Тут Ярослав сидит и создает таблицы в PowerPoint. Прикиньте, короче, я решил все сам сделать. Мне похуй, что можно как-то быстрее. Ладно, насрать, короче, буду делать, как я знаю. Объедините ячейки, объедините ячейки, объедините ячейки. Объедините ячейки, объедините ячейки. Боже, за что? Пиздец, это как такое возможно? Я пишу, и просто вместо всего, что я пишу, тут пробелы ставятся, и вообще что? Вот тут же написалось нормально, а как что-то тут не пишется заголовок? У меня вообще-то все стоит. А что, вот же, вот я вижу текст. А вот он сейчас появился. Это что, баги Ворда, что ли? Я ничего не понимаю, господи. Ой, ладно, короче, время, смотрите, 8:46. Я не заметил, но уже начало первого урока сейчас. Эх, ну все. Очередной день моей каторги, пусть уже не такой сильной дистанционки. Начинается, в общем. Присоединиться к уроку, бля, я уже забыл, каково это. Господи, дистанционочка моя любименькая. Блин, это трэш. О боже, это мы все, естественно, выключаем, чё, какие нахер микрофон динамики. Так. Уф, я зашел. Пипец. Ярослав, вы меня слышите? Господи, как их тут хоть? Стиль оформления границ. Чего они не делаются, мне что-то непонятно. Стиль оформления границ. Короче, я не понял, почему она не меняется. Ну ладно, я думаю, что четверку получу, в принципе, насрать. Все сохранить. Кринж. Так, рабочий стол. Все сохраняю. В общем, ребятушки, такие у нас дела. Я тут переместился к себе на кровать. Мне тут тупо интернет ловит более-менее нормально. Потому что если я буду сидеть за привычным столом, меня тупо ничего не ловит. Это, конечно, полная жопа. Ну ладно, хотя бы более-менее приемлемо тут на кровати. Вот тут сижу, все такое, типа слушаю, а по факту сижу с пацанами в Дискорде. Такое себе, конечно. Вот так сижу. В общем, я тут опять в Дискорде. Вот, болтаю с подругой сейчас. Вот. Это поболтал с пацанами, сейчас с подругой. В общем, у меня не учеба, а сплошной дискорд. И сейчас самое сложное — это встать. О боже, моя жопа, моя спина. Ну так хорошо в себе улегся. А мне еще вставать надо, потому что мне сейчас на самом деле нужно написать английский по-хорошему. А еще я хочу пожрать. Прошло только два урока, я на самом деле уже хочу жрать, надо на самом деле что-нибудь съесть. Вот, ну, потому что
дистанционка. Кстати, оцените мою вот такую вот фотообоину. Вот. Продолжаю сидеть. Так, в общем. Ой. Так, все, встаем. Ой, блин. Снимаем себе все это тут барахло. Ой, у нас там сирена сработала. Да, реально, с подъезда сирена сработала. Такое довольно часто случается. Она очень шумная. И порой срабатывает просто так. От ничего. Сирена уже минут 5 будет. Задолбала, если честно. Это, конечно, случается довольно редко. Где-то, ну, раз или даже там раз в месяц, или даже раз в два месяца, но все равно. Она включается просто так, и непонятно, почему это происходит. Так, в общем, прошло два урока. Надо заранее алгебру достать. Вот так у меня тут срач на столе, ну, такой творческий беспорядок. Хотя, ну, нет, это просто учебники Навального. Какой нахер творческий беспорядок? Просто мне лень все это как-то распределить. Тем более мне вот эти вот стенды все не умещается. Бля. Я понял, что я полный дебил. Я утащил учебник учительницы. Когда я свой не взял специально на урок, мне учительница его дала, потому что она просто был нужен. Я его, блядь, утащил. Реально. Я утащил учебник учительницы. Это пипец, друзья. Не знаю, в общем-то, да. Ладно, надо будет тогда его сечи понедельник уже вернуть. Господи, вот как он столько крутой, нас еще даже на дистан перевели, а я тут просто учебник утащил чужой. Ну, вот, ну, я просто мега крутой, конечно. Я, кстати, даже, ну, не дотрагивался до учебников все еще за сегодня. Даже, наверное, и не собираюсь. Ну, типа, прошло уже два урока, я даже ничего не открывал, не писал, естественно. Я вот только лежу на диване. Это какой-то позор? Мне еще, конечно, ультра-мега повезло с тем, что я в школе перед уходом в дистанцию растерял. Меня кто-то грыбанул пенал. Просто незначительно, но все равно, блин, кто вообще это сделал? И у меня самое неприятное, если меня кого грыбанули, вообще, пипец, как так могло произойти, непонятно. Я тут хожу из стороны в сторону, буду сниматься с вот таком замечательном белом фоне, или можно вот так, наверное, даже лучше. Ну, тут вообще всегда хорошо, обожаю вот это вот свое место, за то, что можно себя снимать. Только мне нужно бы еще софтбокс нормальный, чтобы видео было адекватного качества. А так, вообще кайф себя снимать на фоне вот это моей фотообоины. Автор ПКЛ сидит на английском. И, кстати, смотрите, у меня есть вот такой приказник Мэл. Начало 90-х. Вот такой вот прям ультра-крутой, конечно. Я вам его уже показывал в сообществе. Почему у них у всех так кнопки туго нажимаются? Еще все по-разному. Смотрите, еще такие кнопки, звуки прям. Именно вот этих двух кнопок. В общем, есть подсветочка LED. Вот тут, но она ни хрена не работает, она вот так вот здесь протягивается, но я просто не могу никак от ее пульта купить. Как дебил уже, я, наверное, год не могу купить батарейки для пульта, приложение для телефона не работает, поэтому я тупо не могу эту подсветку включить, потому что пульт не работает. А было бы так красиво, я бы даже там влог с ней провел, похвастался бы, а так у меня комната какое-то полное говно без подсветки. А если бы здесь подсветка была, было бы намного более топово. Все. Продолжаю сидеть на английском. Фух, слава богу, хотя бы по информатике. То, что я вам показывал в самом начале. Та самая таблица поставить 4. Ну ладно, хоть так. Кстати, я тут подумал про одну идею. Надо бы ее осуществить, скорее всего, на последнем уроке. Как раз вот география, она будет последний урок, тем более учитель так лояльно относится. Вот такой он, знаете, с юморком. Поэтому я думаю, что на последнем уроке я скажу одноклассникам, что снимаю влог, попрошу
их что-нибудь сказать. А может быть, даже учитель что-нибудь добавит. В общем, ребят, посмотрим. Да, до свидания. Так, что, друзья, закончился очередной урок английского. Вот, теперь у нас по плану алгебра. Ну, такое, потому что работать я не хочу от слова совсем. Но на алгебре, по всей видимости, это делать придется. Кстати, чекайте мой блокнотик ЧЕЛЗЕ. Я его уже тоже показывал в сообществе. Ну, он вот такой топовый. Прям, да, кайф. Я все-таки сделал этот английский. И теперь, друзья, алгебра. Ну, не то, что я не люблю, нет, она мне нравится, просто я не хочу, я просто, мне сейчас мне абсолютно насрать, я ничего сейчас не хочу делать, мне настолько лень на этой дистанционке. Что ж, ладно, погнали. Так. Когда собрание начнется, мы уведомим пользователей о вашем ожидании. Я пока что, когда он покручусь на стуле, все равно уже больше некуда позориться. Эх. Ура! Ой. Что ж, друзья, а вот и наша алгебра. С нашей топовой учительницей. Сейчас решаем УГ. Так, что у нас там первое? 3 в 8 на 3 в 5 делю на 3 в 9 степени. Ну, это все изи. Но так как я на какую-то хрень все вот это снимаю, ой, что я пишу? Я буду писать одной рукой. Конечно, мега хорош. В общем, пишем классная работа. Так, стоп. А, 1 февраля. Дебил. Уже не знаю, какое сегодня число. Так, пишу для себя то, что это ОГЭ. И пишу 3 в 5 на 3 в 8 делено на 3 в 9. Да. Значит, степени при умножении складываются. Получается 3 в 13 деленное на 3 в 9. Вот так вот, друзья, автор БКЛ умный в 9 классе научился складывать числа. И это получается 3 в 4. Решил заодно еще и скачать игру Escape from Tarkov. Снимать ее, естественно, не буду. Так, для себя чисто поиграю. Совсем немного осталось. Все. Фух. Так, стоп. А, мне уже походу урок. Да? Да. Ну хотя ладно, что я тут придуриваюсь, как дебил. Ведь я так понятно, что это наиграно. Что ж, время географии нашего последнего урока, а значит время, в общем-то, урока с нашим топовым географом, который, слава богу, нормальный человек, в отличие от многих учителей, вот. И, значит, сейчас самое время для моего небольшого прикола. Я даже не знаю, как это назвать.
Ой, в общем, тут небольшая проблемка. По-моему, я не буду снимать тот сам экран. Ну, в общем, по-моему... Блин, у нашего географа сейчас звук не работает. Мы его слышим на уроке, но вот он сидит в школе. И он нас не слышит. Это пошло что-то с прошлого урока, и что делать, я не знаю. Не знаю, получится ли мой прикол, но надеюсь, что все пройдет успешно. Цифровое домашнее задание, чтобы вы могли его выполнить и учиться. Но учитывая то, что я вас не слышу, если хотите, можете какой-нибудь вопрос задать в чате, я готов ответить, может, какие-то вопросы. Так, ну что ж, нам сейчас рассказывали про Калининградской области, все-таки учитель нас реально не слышит. Это, конечно, такое себе, ребят, мы сейчас простили так весь урок, вот, было довольно интересно, но я все это время тупо ждал, когда я сейчас смогу сказать свою вот эту вот кринжатину. Интересно, как отреагирует на то, что я тут влог свой дебильный снимаю. Пока что я жду, сейчас решил зайти с телефона. Так, мне кажется, пора. Ребят, я тут влог снимаю. Кто-нибудь хочет что-нибудь сказать? При условии, что вы выйдете. А то вдруг не выйдете. Тогда старайтесь присылать. В общем, не затягивайте. Да, до последнего в долгий ящик не затягивайте. Это да, самое главное. Оценок мало. При одном часе в неделю это сделать очень физически сложно. Все. Всего доброго. До свидания. Те самые люди, которые говорят «до свидания», зная, что учитель нас не слышит. Ну, походу, все, ребят. Кстати, я чекайте мою вот такую вот обойну БКЛ. В общем, как-то не получилось. Ну, ладно, я думаю, фиг с ним на самом деле. Но я хотя бы постарался. Неужели уроки закончились? Ура! Фух! Все, друзья. Тогда на этом все. По сути. Вот. С вами был я, БКЛ. Спасибо за просмотр этого влога. Не знаю, буду ли я продолжать вообще такую идею. Вот. Это, думаю, уже когда-нибудь не скоро. Вот. И будут ли вообще дальше какие-нибудь влоги на моем канале. Думаю, что это все будет уже в довольно-таки далеком будущем, потому что у меня особо сейчас нет времени, возможности эти самые влоги часто снимать. Что ж, ладно. Все, друзья. Еще раз спасибо за просмотр. Всем удачи.